Всем привет, мои дорогие друзья, с вами я, Женек, и сегодня мы с вами сделаем анбоксинг на колоночку под названием DNS PS100. Мощность, значит, этой колонки, да кто там пишет в ВКонтакте, мощность RMS 225 VRMS, не знаю, что это значит. Поворачивающий динамик на 180 градусов, значит, вот эта бодяга поворачивается. Заляпана она обычным скотчем, чего уж говорить. Портативная акустическая система 1.0 Portable Acoustic System. Питание через мини-USB или от батареек ААА не включены в комплект, который я купил уже. Это мизинчиковые батарейки самые обычные, которых нужно в количестве 3 штук. Уберу. 3,5-миллиметровый джек для подключения внешнего источника звука. Размеры 76,6 на 70 на 66,2 миллиметра. Думаю, это много чего сказала. Общая мощность 2,5 вольта, частота 70 килогерц, 16 килогерц, и соотношение звук шум 75 децибел. Импеданс 40 HMS, я не знаю, что это значит. Материал пластик, питание USB порт. Короче, можно подключить к компу, можно работать чисто от батареек. Я купил для того, чтобы носить на улицу. Да что такое? Привет. Спасибо за помощь. Насчет рекламы. Алло. Так. Давай завтра снимем что-нибудь. Или я в сети. Так. Ладно, погоди, короче, пару минут. Так, Фаренгейт залился. Окей, все. Так, все, давайте приступим к распаковке. Ну, заляпано, как говорю, обычным скотчем, поэтому с распаковкой, твою мать, проблем не возникает, все открыли. И первое, что у нас на глаза попадается, это, собственно, сам шнур USB. Вот он. Короче, да погоди ты писать-то. Вот он, короче, шнурок USB, тут для подключения, собственно, к компьютеру. Так, в сторонку его. Непосредственно коробочка, из которой сейчас мы вывалим с вами непосредственно. Давайте раздербаним коробку, потому что я люблю дербанить коробки. И тут у нас инструкция. Instruction, как мне нравится называть. Значит, давайте читанем. Портативная акустическая система DNS PS100, руководство пользователя. Благодарим вас за покупку мультимедийной акустической системы DNS PS100. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство. Пользователь перед использованием. Приятного прослушивания. Все понятно. Комплектация портативная AS, кабель питания USB, руководство пользователя. Все на месте. Коробку не учли, ладно. Внимание, прочтите инструкции внимательно. Не допускайте попадания излишнего тепла и солнечного света. Не допускайте попадания влаги. Не разбирайте, если вы планируете использовать вашу... не планируете использовать вашу систему долгий срок. Отключите от сети, не поджигайте данное устройство. Ну, я же не дебил. Не устанавливайте на неустойчивой поверхности, протирайте данное устройство только сухой мягкой тканью, вынимайте батареи, если не используете устройство в долгий срок, не используйте старые и новые батареи вместе, не вращайте динамики на угол более 180 градусов против часовой стрелки. Конечно, я же разберу, нафиг, это же вам не кубик Рубика. Описание устройства управления громкостью, вот он, вот она, тут полосочка такая, хренька, кругляш. Синий индикатор работы, эта бодяга будет синяя, в принципе, вот эта штука. Лампочки. Вот как-то так, я думаю. Вот. И она станет синей, когда я непосредственно вставлю батарейку. Так, кнопка питания. Вот. Вот она. О, блин. Как-то... Да как вам показать? Вот тут. Джек непосредственно, проводок. Вот провод. Вот он на месте. Руководство эксплуатации, USB кабель. Все. Система подключения. Убедитесь, что режим питания установлен off. Угу. Подключите к питанию, питание от батареи, ставьте 3 батареи, соблюдая полярность, это понятно. Подключите 3,5 к источнику сигнала, ПК и телефон, подключите тумблер питания в положение ON, выберите подходящую громкость. Сертификации. Мощность RMS 2,5, это я уже читал, да, вам? Мембрана динамиков 51 мм, диапазон производимых частот 160 Гц или 20 кГц. Соотношение сигнала и шума, ну, как бы меньше или равно 80 дБ, хотя здесь на коробке указано немного другие числа, но я думаю, это не важно. Давайте подключим, блин, где мой мобильник? Вот мой мобильник, вот мой китайский мобильник. Так, кстати, большое спасибо, блин, за картинку, ее, конечно, фигово видно, но я думаю, ВКонтакте видели. А, какого ж фига я делаю? Уберем, короче,
эту хреновину, я не знаю, как крышку, и впихаем, ребят, с вами батареечки. Стоит эта шняга всего 500 рублей, 490, это не так много, это довольно-таки нормальная сумма для колонки. Так, сейчас, погодите, я, походу, перепутал батарейки. О, блин, да блин, батарейки периодически вылазят. Сейчас, ребят. Так, ладно. Это небольшая, блядь, погрешность. Сейчас закроем, и все отлично будет. Все, вроде держится. Небольшая такая погрешность в работе данной колонки. Это то, что не периодически вылазят долбанные батареи. Окей. Так, я пока что убавлю музыку на телефоне, чтобы она слишком не орала. Все-таки как-никак, блин, 10:30 времени. Так что давайте поставим что-нибудь. Колонку на максимал, конечно же. Работает отменно, я преподнесу поближе. Эта бодяга еще периодически мелькает синяя, как, ну, как этот акустическая хренотень, светозвук, светомузыка. Конечно, это не полный звук, потому что я полный звук не хочу сейчас ставить, это будет капец, короче. Так, значит, что там говорили по поводу поворачивания? Да, эта штука поворачивается как бы вот таким макером. Можно и вот так, в принципе, тоже сделать, как бы. Ну и, конечно же, в обратную сторону, так как кубик Рубика, короче, она получается у нас. Вот, в принципе, вот такая вот колонка, 500 рублей, звук хороший, в принципе, мне нравится уж ясен пень. Я ее уже, ну, хотел попробовать, вот сейчас попробовал. В принципе, отличная вещь. Спасибо за внимание, с вами был я, Женек, и, короче, покупайте такие колонки, желательно проверяйте батарейки сразу, чтобы они не вываливались. Если они вываливаются, берите, блин, там, я не знаю, другую модельку, ну, ту же, в принципе, можно, только другой комплектации, и все будет отлично, короче. Спасибо за внимание, с вами был я, Женек, всем пока, короче, я вырубаюсь.